Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами неоднозначный вопрос, такой мужское либидо, или там вообще, так скажем, как продлить, да, половой акт, как сделать его мощнее, эрекцию. И вот всякие такие вещи сегодня будем сейчас прям обсуждать, начнем. Суть в чем? Суть в том, что тема данного выпуска, я сразу подчеркну, не затрагивает простатиты. То есть мы будем говорить обязательно о мужчине, который не страдает простатитом и вообще другими заболеваниями предстательной железы. Значит, ну, на всякий случай, те люди, кто вообще не касался этого, я рекомендую хотя бы, да, по минималке. Я знаю, как вы не любите анализы, как вы не хотите их сдавать, но хотя бы по минималке сдавать дегидростерон и уровень ПСА периодически, если вам исполнилось 30 лет или вы старше 30 лет, да. То есть этот показатель нам крайне необходимо знать. Уровень ПСА, дегидростерон. Ну, хотя бы давайте раз в полгода, если вы следите за своим здоровьем. Значит, все, мы убедились, этого нет. Проявлений никаких там ночных беганий в туалет у нас там тоже нет. Позывов пустых, да, когда вы хотите пописать, но вам что-то не писается. В общем, суть какая? Все, убедились, что нет. Проблем каких-то глобальных с эректильной дисфункцией тоже нет. Есть эрекция, просто половой акт длится, допустим, 20, там, допустим, кто-то говорит 5 минут, кто-то говорит 20 минут. И вы хотели бы сделать так, чтобы он длился там, ну, хотя бы час, да, допустим. Вот. И, соответственно, как бы... Если хочется хотя бы час, мы сейчас поговорим о тех добавках, которые, ну, относительно плюс-минус без вреда для здоровья можно применять, и они эффективны. И, ну, те, которые я выделяю, их, конечно, гораздо больше. Значит, что это может быть и какие гормоны необходимо контролировать. Все, что хотелось бы вот прям срочно-срочно сказать. Информации очень много, видите, меня прям прет, я хочу прям больше вам рассказать об этой теме. Если интересно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я сниму продолжение. Тема очень длинная, тема очень обширная. И тестостерон, все думают, что тестостерон, в общем, теста больше. Кто-то решает заколоться тестом, кто-то, вот у меня есть один пациент, он использует тестостерон, пропионат, говорит, вот, только от пропионата у меня, короче, вот все работает идеально, и я там могу годами этим заниматься. Но на самом деле нет, дорогие друзья. Да, естественно, тестостерон, он как главный мужской половой гормон, он запускает все процессы, в том числе и все эти либидо, и увеличивает эректильную функцию, естественно. Значит, тестостерон увеличивает, конечно, все, но тем не менее, во-первых, вы... подавляете функцию клеток лейдинга, да, то есть, говоря другими словами, вы, соответственно, как бы вам сказать, вы собственную функцию собственных яичек угнетаете, потом вы, соответственно, подавляете выработку ЛГ и ФСГ, фолликулостимулирующего, литонизирующего гормона, выделяемым нашим мозгом, да, для того, чтобы как раз говорить яичкам, давайте, работайте, дорогие друзья, да. Вот. И, соответственно, все вот эти вот вещи вы запускаете, то есть, ну, в итоге вам нужно будет проходить так называемую послекурсовую терапию, да, после применения тестостерона, особенно если вы хотите, чтобы была сохранена функция, тут, ну, больше бы я выделял не эрективную, хотя эрекция тоже ухудшается, как правило, как минимум. У некоторых и совсем плохо с либидо становится при отмене тестостерона без послекурсовой терапии. Вот. Ну и, конечно же, основной минус какой, если вы не хотите стать качком-бодибилдером, да, вы просто используете тестостерон для, значит, улучшения эрективной функции, а потом просто резко его отменяете, то у вас, соответственно, может упасть качество спермы и...
главная функция такая, да, в человеке, которая отвечает за самовоспроизведение, да, вот, будет у вас, соответственно, страдать. Вот, то есть бесплодие, говоря другими словами, вы можете заработать. Поэтому, дорогие друзья, в общем-то, с этим не шутите. Пожалуйста, без тестостерона увеличивайте собственное либидо и продолжительность полового акта, там, и все остальное, что входит в функции героя-любовника. Да? Значит, если вы хотите энным стать и постели сильным быть, есть две относительно безвредные добавки, совсем такая лайтовая, очень неплохая, это аргинин. И даже неплохо, если вы пьете йохимбин, хотя у йохимбина побольше, да, побочных эффектов, они уже могут наступать, все это связано с повышением давления, да, то аргинин он немножечко понижает давление, и вот в результате этого хоть как-то этот баланс достигается. Но вот йохимбин не подойдет не всем, нужно по самочувствию смотреть. Это может быть и озноб очень яркий, это может быть заложенность носа, это может быть вплоть до легкого отека слизистых гортани очень часто наблюдается, у меня жаловались, причем это не типичные проявления, это больше из клинических, да, моего опыта, не из клинических, конечно же, это, как я говорил, давление, в том числе внутриглазное давление, вот у меня такое очень часто бывает, я... Ну, когда готовился к соревнованиям, я использую при тренинге, там тоже бывает, кладут йохимбин. И даже если кто-то угостил при тренингом, я сразу понимаю, что там был йохимбин, потому что немножко сосудики у меня краснеют в глазах. Да, вот такой вот побочный эффект. И, соответственно, поэтому, дорогие друзья, не стоит, соответственно, вот, использовать какие-то другие вещи. Значит, по поводу, если я говорю вот этих добавок, они действительно рабочие, и еще рабочий трибестан для повышения, ну, как бы даже вот тестостерона немножечко, на пару единичек он точно может повысить. Многократно мы использовали и другие добавки, там, и так далее, похожего типа, но, соответственно, только трибестан мне лично в моей практике дает хороший такой эффект. Другие, честно, производители, да, никто вот вообще, никто там все вот эти истории про сапонин и прочее, вообще никто ничего не показывал вот такого яркого эффекта, как трибестан. До сих пор я его использую на ПКТ в определенные моменты и считаю его необходимым, его применение для скорейшего восстановления, да. Вот, но тоже в определенные моменты нужно этот момент поймать. Значит, что еще? Тестостерон вообще не так показателен для улучшения, как я вам говорил, либидо, хотя все через него идут, но есть другая дорога, и нужно обязательно смотреть пролактин и эстрадиол, и дигидростерон, так как эти все вещи, долго рассказывать не буду, и так длинный выпуск получается, все эти гормоны, они, ну, и ЛГ, и ФСГ, кстати, тоже, да, их нужно посмотреть. Вот, и вот эти гормоны, которые я сейчас перечислил, они тоже могут влиять на вообще половые функции. Поэтому не тестостероном единым жив человек, и если вы сдаете тестостерон, пожалуйста, будьте добры, и историю про кортизол, и ЛГ, ФСГ, и, значит, что еще я сказал, пролактин, эстрадиол, и дигидростерон. Вот это мы тоже смотрим в первую очередь. Потом можно посмотреть индекс андрогенности, если у вас есть проблемы с лишним весом, потому что очень часто вообще мы получаем, то есть если человек не занимается, не тренируется, у него плохое кровообращение, плохое, может быть даже в результате просто плохого кровообращения, все вот эти вот процессы ухудшатся. Спорт, конечно, несет, ну, даже не спорт, фитнес, да, фитнес несет определенную пользу, но, опять же, все, что я сказал, пожалуйста, помножьте на тоталис дозис, и вообще, в общем-то, ну, короче, дозируйте все добавки, будьте аккуратны, и желательно без назначения врача все же к ним не прибегайте.
дорогие друзья, вот такой вот выпуск. Ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментариях. Постараемся продолжить эту тему. Я знаю, она многим интересна. Значит, что еще? Ну, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на канал и приходите на консультации онлайн. С вами был Кравцев Сергей. Да пребудет с вами здоровье!